Кэндо не просто искусство фехтования, это философия. В нашем регионе приверженцы ее появились почти одновременно с клубом «Ракурай», а значит, в этом году искусство фехтования в Иванове отметит свое десятилетие. За эти годы клуб «Ракурай» вырастил десятки последователей кэндо. Мы можем похвастаться, что в протяжении этих 10 лет мы смогли подготовить хороших спортсменов, которые участвуют на мировых мероприятиях, чемпионатах Европы, принимают участие в всемирных играх боевых искусств. Вот. Также в этом году у нас наши дети, представители наших детей, завоевали призовые места, первое место на чемпионате России. Есть в кэндо и свои непреложные правила. Первое – закон мяча, правильное проведение удара. Второе – закон тела, по которому удар должен быть нанесен в правильной осанке. И третье – немаловажное – закон сердца, означает бодрость и энергичность духа при ударе. Кирилл в секцию попал случайно, мальчик уверен. Его решение посвятить себя кэндо было верным. 1 сентября в школе раздавали эти, рекламки. Мне дали, я посмотрел, решил за это пойти. Я с детства с мячами люблю играть. Вот так начал заниматься, понравилось. Спустя 3 года мальчик все так же увлечен этим видом фехтования и уже имеет свой личный список достижений. Результаты хорошие. Первые, вторые места. 7 первых там у меня. 2 вторых и за командные третье. В секцию кэндо ребят приводит любопытство. Каждому интересно облачиться в доспехи, научиться владеть бамбуковым мечом, чтобы почувствовать себя настоящим самураем. Но для того, чтобы остаться и усердно тренироваться на пути к победам, нужен характер. Поэтому философия кэндо призвана в первую очередь формировать личность и закалять волю фехтовальщика. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.